Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Жирклова Любовь Аркадьевна. У вас какие были проблемы? Проблема у меня была с сахарным диабетом. Давление, сахарный диабет. Пью глюкобокс уже 6 месяцев. В руки возьмите. И мне, в общем, короче, я не знаю, кому как. Рекламу я делать не собираюсь, но мне помогает. Кому как. И сколько вам лет? Сколько лет и сколько сахара у вас сейчас? Так, сахар у меня было 15. Сейчас нормализовалось. 6, ну пускай там маленечко где-то, как говорится, какая еда. Еще надо от пищи, конечно, зависеть. Да. Если у меня там жирного поела маленько, у меня больше маленечко 6. Угу. А если я нормальную такую пищу ела, у меня бывает и 4,8, и 5,2, и в общем, короче, даже вот 5,8-то даже в который раз не бывает. И мне вообще нравится. Я не знаю, кому как. Мне 63 года. Угу. Спасибо. Пенсионерка. Спасибо. И что, до 15 было, как его это самое, это сахар. Вот, сахара, да. Скажите, пожалуйста, вы выполняли клуб постоянства 6 месяцев, да? Да. Вы прям по сахарному диабету так и шли. Глюкобокс все время принимали компанию, да? Да. Ну, смотрите, Любовь, как отчество? Аркадьевна. Аркадьевна, Любовь Аркадьевна, этот глюкобокс мы вам дарим подарок на 7 месяц, потому что вы выполняли клуб постоянства 6 месяцев подряд на 50 баллов, на 2000 покупая. Вы имеете кэшбэк, возвратную скидочку 10%. И глюкобокс. Поздравляем вас. Поздравляем. Это вам в подарок.